Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня готовим очень простой и вкусный салат. Здесь у меня краснокопчёная капуста. Она очень полезная, поэтому рекомендую, кто не пробовал, кто не готовил, обязательно приготовить. Салат просто очень простой. Мелко ее пошинковала. Здесь у меня прям банка кукурузы. И здесь у меня отварная грудка. Здесь у меня остаточки совсем немножко. Но все равно салат будет вкусный. Не любите отварную курицу? Берите ветчину, копченую курицу. Будет все вкусно. Можно отварные креветки. Вот что хотите, что у вас есть, то и добавляйте. Ну и рекомендую, конечно, с небольшим количеством майонеза. Это самая вкусная заправка для этого салата. Но кто майонез уж прям против. Хотя ничего в нем такого страшного нет. Можно заправить оливковым маслом. Короче, все перемешиваем. И вкуснейший легкий салат готов. То, что нужно для лета. Ну вот и все. Подаем к столу летний, вкусный и очень простой салат.